Алло, добрый день, я зашел в кофейню, я курю сейчас кальян, да, и пью кофе. Ну, вы знаете, все на любителя. Я вам говорю, что кофе достаточно своеобразное и, так сказать, для европейца и для русского человека непривычно. Потому что, ну, своеобразная кухня и так далее. Так пришел для любителя попробовать. Ну, я не курю, но кальян. Любителя. Я хочу сказать, что Восток дело тонкое. Так что, свои товарищи. Все.